такого прям для меня тут надо пополнительно ставить, даже красиво, ничего не надо. В 2019 году на подконтрольной территории Украины сгенерировано 53 миллиона кубов мусора. У нас 6 тысяч свалок, которые занимают более 9 тысяч гектар нашей территории. Что с этим всем делать? Банка алюминиевая, макулатура. Три позиции. Перспективы стеклопара. Вот такая вот работа. Очищать теоретически необходимо, но я не думаю, что это критический вопрос, потому что данный пункт будет оборудован прессом, и все это будет приводиться. Процесс разделен на несколько подвидов. Есть процесс, вот здесь происходит дезинфекция конкретно, вот там уже происходит временное хранение. Для клумби і засадили квітами, які також дають тепло, яке виробляється там, присипане землею, дає дуже гарний ріст квітам.